Розы, гортензии, спиреи. Озеленение города не только улучшает экологическую обстановку, но и способствует здоровью и благополучию жителей, создавая приятную атмосферу для проживания, работы и отдыха. Несмотря на жаркое лето, многолетние кустарники, посаженные методом перевалки, хорошо приживаются благодаря плановому поливу. Сегодня сотрудники предприятия благоустройства трудились у автовокзала. Совсем недавно мы закончили сквер около ЗАГСа. Также завершена работа советская пешеходная. И сегодня у нас новый объект. Это автовокзал. Здесь мы сегодня посадим гортензии, спиреи. Всего около 300 кустарников. И в дальнейшем мы перейдем на очередной объект. Это у нас сквер Московская, 25.